Войновичу 85. Первые стихи в 1951 году Владимир Войнович начал публиковать в военной газете. Острые, хлесткие. Автор как будто ведет с кем-то непримиримый словесный бой. Не случайно Войнович искренне верит. Его фамилия пошла от князя по имени Воин. Но в итоге знаменитым Войнович стал благодаря лиричной песне о космосе, которая очень понравилась генсеку Хрущеву. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Теперь ее называют гимном всех советских космонавтов. А когда-то песня «14 минут до старта» вполне могла оказаться под запретом. Один из главных трудов Войновича – роман-анекдот о солдате Чонкине. Автора упрекали в глумлении над армией и советской реальностью. А потом еще была поддержка неугодных писателей. В 1980-м по совокупности проступков Войновича высылают из СССР, а через год лишают гражданства. Гражданство Войновичу вернули в перестройку. Вернулся и сам писатель. Он продолжает активно критиковать власть. Кажется, писатель и в 85 ведет с кем-то свой непримиримый бой. Нужен анонимный доступ к любому сайту? Хотите общаться, не раскрывая свою личность? Планируете рекламу ВКонтакте, Одноклассниках и других социальных сетях? Соцсекрет предлагает легкое решение этих задач. Мы продаем чистые, созданные с нуля аккаунты для любых сайтов. Покупая аккаунт, вы получаете уникальный логин и пароль без необходимости вводить собственный номер телефона и где-либо регистрироваться. 100% гарантия работоспособности. Стоимость анонимного аккаунта всего лишь 30 рублей. Адрес сайта соцсекрет.ру. Ссылка в описании.